Итак, всем привет, мы продолжаем ходить в Ктулху, Далконус of the Hills. Вообще, честно, может, похождение уже выглядит немножко вяло последние несколько частей, но просто, честно сказать, меня оно подзадолбало. Нет, игра неплохая, блин, в плане сюжета она великолепна, но, блин, во всем остальном меня это все просто уже бесить начинает. В плане выполнения, в плане багов, от головоломок уже так вообще, блин, больше полчаса я играть из-за них не могу. Так, давайте на винтовку. Я не помню. Вот тут идут противники. Добрый вечер, сэр. Вы не ожидали, что вы так скоро вернетесь? Зависли, что ли? Неважно. А где Роберт? Мой брат вел детей на молитву. Вместе с матерью. Что-то у них заторможено, как-то разговор идет. У нас нет времени на суеверия. На улицах патрули, а орден отступает. Скоро они узнают и об этом месте. Я обеспечил надежную охрану храма. Главный коридор в тюрьму патрулирует много человек. Господи, ну и страшные живы. Хорошо. Барьер должен выдержать. Будьте на чеку и проверьте проход сейфа. Я иду в лабораторию. Да-да, иди. Лучше мне не высовываться. Если они не будут знать о моем присутствии, то шансов выжить у меня будет гораздо больше. Ты уверен? Кто-то идет. Да, иди сюда. Тихо. Вообще не высовываться, я не знаю, блин, я так с ума сойду. Я стелс в этой игре вообще ненавижу больше всего. Потому что стелс тут самый тупой. Какой только можно придумать. Да-да, иди. А я побегу. Так. Вот через этот поток, кстати, вся игра закончится. Здесь надпись на каком-то древнем. Правда, он пока не работает. Запустить его еще тот гемоот, но это будет ладно. Тут вообще сейчас самая сложная часть игры начинается. И в плане головоломок, и в плане геморроя, блин. Еще до кучи, я ни хрена не помню, куда идти. Абсолютно. Вот честно говорю. Так-так, что тут у нас? По-моему, у вас нет приглашения на нашу вечеринку. Проверьте список гостей. Я среди тех, кто не похож на рыбомордых ублюдков. Бросьте нашего друга-юмориста к лабораторным крысам. Позже я пообщаюсь с ним поближе. Повысить уровень безопасности. Посмотрите все. Увидите, что он один. Ну да. Ну, зашибись, сейчас я уже отбил еще до кучи. Это просто старая стамеска. Старая стамеска, это хорошо. Сохраниться можно, это еще лучше. Так. Заткнись.
Не открывается. Не поддается. Так, оружия, да, само собой нету. Хватит ныть. Под решеткой проходит канализационный туннель. Так, ну у меня вроде ничего нету, кроме стамески. Ну да, ничего не услышали. Какой красавчик-то, а? Молодежка какая милая, ничего не скажешь. Там сама появились, блин. Господи, опять канализации какие-то, мать. Или что это? Хватит ныть. А вот так-то. Тихо, Батюнь. Да, никого нет, уходи, уходи. Че за хрень тут творится вообще? А, твою мать. Кто-то преследует. Ага, преследует, блин. Во что я превращаюсь? Я не знаю, во что ты превращаешься. Мы в полной заднице. Я не знаю, зачем я здесь. Я больше не могу. Да хватит ныть уже, а. Я слышу, он меня зовет. Я что-то слышу. Да в задницу, я побежал. Кто там? Ну да, побежал, блин. Вашу мать. Не поддается. Че, ну это занудство, честно. По-моему, я что-то слышал. Да не, ничего ты не слышишь, ничего, ничего. Все окей, батя, все окей. Хватит быть. Ладно, ладно, хватит, хватит, да-да-да-да-да-да. Сами в этой игре как что делать вообще, ему жесть, конечно. Логика в некоторых действиях ни хрена не понятно. Тихо. Если еще хоть звук издашь, я тебе руки ноги поотрываю. Спасибо. Хотя можно было не так жестоко. Я не хочу, чтобы он опять засуетился. Тихо, батю, тихо, тихо, молчи, молчи. Не пали меня. Его. Зашибись, везет. Один стоит там. Тихо. Дверь заперта. Тихо, не торопимся. У нас уже нету. Фу. Так, тут можно переждать какое-то время. Осмотреться, куда они ходят, не ходят, а вот один идет. Затаимся. Ну да, вон там идти-то будет. Куда он вообще пошел? А, вот он.
Так, первое, что мне сейчас нужно, это оружие. Потому что у меня ничего нету. С оружием хоть какие-то шансы выжить будут. Да. Так, тут, надеюсь, не заметит. Так, кто-то где-то идет. Так, походим. Побегаем. Не открывается. Блин. Да-да, остановите, тихо. Так. Тут я не был вроде, да? Так, тут я не был, это хорошо. Вроде бы. Надеюсь, пока не имею. Не-не, меня тут нету. Идите по своим делам, ребята, по своим делам. Он исчез. Да, я исчез. Тупые боты. Слава богу, они тупые. Найдите! Я его вижу. Не видишь. Твою мать. Господи, ну как вы надоели-то, а? Куда он делся? Да у меня тут же вопрос. Куда я делся? И куда я вообще попал, мать его? Меня ищите! Найдите! Ладно, в задницу. Сторону. А ну. Тихонько. Не палимся. Пошли, быстрее. Так, тут вроде пошли. Но проблемы с оружием остаются нерешенные все еще. А для меня это сейчас основная проблема. Где? Кто-то меня заметил. Так, а куда вообще идти-то, ё-моё? Закрыто. Ясно. Нужен ключ. Блин. Убейте его. Так, туда я не пойду. Это вот. Ё-моё. Твою мать. Куда я попал, блин, а? Я его упустил. И слава богу. Кибелизм, блин. Да иди ты в баню, ё-моё. Что такое? Оставь меня в покое. Ч
Че я им сделал вообще? Че-то кто-то с пулемета еще. Тихо. Куда? Чёрт, походу сюда, но я не помню точно. Упс. Все, вы меня упустили, ребят, все. Блин, а. Потом, ну дофига, и ни одного ствола к нему. Потом. Да, везде ищите. И как мне тут пойти? Везде ищите. Покажись, чужак. Нафиг. Дверь заперта. Зашибись. Везет. Побегаем, 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 побегаем. О. Какое приятное местечко, ё-моё. И вообще туда иду, ё-моё, или нет? Какие-то пещеры попал. Вопрос в другом, туда ли я или нет иду. Потому что я нифига не помню. Не поддается. Одной стамеской кристалл не вытащить. Хреново. Так, кристалл начни вытащить, значит мне нужен молоток или что-то типа того. Блин. А это не то ли место, где это оружие лежит? Кстати, да. Кстати, да-да-да. Надо бы поверить. Чё, там что-то валяется. Аптека. Ну хоть что-то. Правда, куда тут идти? Я так что-то и не пойму. Явно ничего нету. Значит, выше или что-то еще. Так, а если... Я с чем не назад иду. Да вроде. Кстати, да, я точно назад иду, а. Тут бы кого-то сейчас, по-моему, смысле. Кого-то показываю еще, куда мне тут, блин, идти. Опять звездочки. Ненавижу. Мне нужно чем-то расчистить путь. Чем? Да отвали ты. Нужно чем-то расчистить путь, зашибись. Там не пойти, тут не пойти, куда же идти?
Так, а лучше нигде не пойти. Вот начался чёс. Звездочки чего-то, которые больше всего бесит, понимаю. Сахалинка. Да-да. Так, туда я пока не пойду. Давайте-ка. Сначала посмотрим. А, патроны. Ну и в принципе все. Больше кроме потом тут ничего нету. После этого, если тот момент, который я сейчас думаю, то тут еще тот геймовый сейчас будет. С одним ножиком против очень тяжелого противника. И если умрем, придется повторить одну катсцену и ту же, блин, раз 10 подряд, блин, а найти будет минут по 5, по 2, блин. Это вырезать, походу, придется. Ну ладно. Убрались в лаборатории, сэр. Ну да, точно этот момент. Дома закрыты и запечатаны. Чужаки не могут обрушить Беккер. Здесь матери держатся. Молитву произносит множество молельщиков. Вон ножик на столе. Отлично. Свободен. И нам одним ножиком придется убить Роберта Мауша. Зачем ты занимаешься, Роберт? У нас тут вторжение. А ты приказываешь ордену распевать гимны? Дурак ты, Севастьян. Я руковожу орденом Дагона, а не ты. Исследование нужно защитить любой ценой. Я закрыл лабораторию, Севастьян. Что? Это безумие. Разве ты не видишь, как далеко зашла Экстер? Твои тривиальные исследования меня не интересуют. Все силы нужно бросить на перевод табличек. Труд моего прадеда должен быть совершен. Возвращайся на берег. Ты больше не нужен ордену. Этому не бывать, Робин. Да, уже тот еще кемовый будет. Блин. Твои растения уже начался. Да, ну вот видите. Попробуй убей его. Это что-то вот сцену ни хрена не себе пропустить. Рано закрыты и запечатаны. Чужаки не могут обрушить Беккер. Здесь матери держатся. Молитву произносит множество молельщиков. Отлично. Свободен. Зачем ты занимаешься, Робер? У нас тут почему чужую сцену попустить? За это жесть. Дурак ты, Севастьян. Я руковожу орденом Дагона, а не ты. Исследование нужно защитить любой ценой. Я закрыл лабораторию, Севастьян. Что? Это безумие. Разве ты не видишь, как далеко зашла Экстер? Твои тривиальные исследования меня не интересуют. Все силы нужно бросить на перевод табличек. Труд моего прадеда должен быть совершен. Возвращайся на берег. Ты больше не нужен ордену. Этому не бывать, Робин.
Попытка номер два. Когда я походил, это у меня за него где-то попыток 10 нафиг. Улыбка целая. Ничего так устроился. Батончики когда обошел. Так. Ключ от лаборатории. Отлично, значит, можно пойти в лабораторию. Мне оружие нужно. Блин, вопрос, тут же толпак был. Этого чувака. Ну, я понимаю, он исчез. Это обусловлено системными, так сказать, экономия ресурсов. Ну, блин. У меня уже пистолет револьвер был. Куда он делся? Мелкий, ничего. Печаль. И после такого не дать сохраниться, это жесть. Ю. Тихо. Это древняя статуя Ктулху. Да хоть фигу, блин. О, ствол. Так, ну оттуда мы, кстати, побежим потом. В финале. Затуда и покопать нельзя. Это вообще жесть. Блин. Да вы издеваетесь, моя. Это что за садизм, ё-моё? Закрыты и запечатаны. Чужаки не могут обрушить потер. Есть магия, держится. Молитву произносит множество... Не, ну это жесть, блин. Отлично. Свободен. Зачем ты занимаешься, Роберт? У нас тут вторжение. А ты приказываешь ордену распевать гимны? Дурак ты, Севастьян. Я руковожу орденом Дагона, а не ты. Господи, не могли сохранить поставить после этого момента, что ты. Я закрыл лабораторию, Севастьян. Что? Это безумие.
Разве ты не видел, господи, тем, кто против, на ПК надо луки отдавать, а? Твои тривиальные исследования меня не интересуют. Все и тут, кто не поставил способность пускать сцены, тоже надо луки отдавать, их, по-моему, смысл, блин. Труд моего прадеда должен быть совершен. Возвращайся на берег. Ты больше не нужен ордену. Да, да, да. Этому не бывать, Робин. А ладно, попытка нам утаить. Сану и саханенку поставить. Сволочь, а. Наверх еще как она саханится бьется. Не саханится по новой. Опять беги за стволом, опять отстреливайся, блин, опять убьют. Это будет капец полный. Я слышу, он меня зовет. Да, да, да. В тенях кто-то есть. Да, есть. Я что-то слышу. Да блин. Я не могу нормально думать. Что со мной творится? Да. Блин. Не, на вот в баню, наверное, на сегодня. Конечно, да, серия туповатая вышел в чем-то, блин. Как в принципе все предыдущие с кучей файлов, блин, и тупника, но я уже не могу, мне там на не вынесли. Следующий раз я, наверное, сначала пойду вот этот момент, после чего отстреляю всех тех чуваков, чтобы вам сто раз это все не повторять. Да. Потому что смысл это сейчас все записывать, это опять будет несколько смертей. Все это опять минут на 10-15, и в итоге смотреть это пункт 0 все перемотают. Да, я в принципе говорил уже в начале, что в игре будет куча фейлов, потому что несмотря на то, что даже ее походил, я уже все забыл, и игра весьма сложная. И в плане игры, и в плане загадок, и в плане, блин, полтил вниз консоли, говно полное, блин. Нет, я бы, наверное, забил, но не, я уже из принципа ее пройду полностью. Хоть это займет даже 30 частей, но я пойду. Так что да, продолжим в следующий раз. На этом, наверное, все. Всем удачи, пока.